Девочки, вот сюда я прихожу, вот в этот магазин за едой, да? Надо мне сейчас вообще мешок купить целый. Люблю, когда все в запасе. Ненавижу, когда вот все в тютельку. Вот этот магазин тоже очень люблю, девочки. Очень мне нравится. Так что вот так, девчули. Сейчас посмотрим. Здесь музыка, наверное. Здесь, наверное, снимать не смогу. Ой, девочки, здесь чего только нету. Да, музыка, девочки. Девочки, так дорого. Это кошмар, как ужасно дорого, девчонки. Все дорого, девочки. Вот, чтобы зубки он чистил, 1 евро стоит. Вот. Эта еда 4 евро стоит, вот эта пачка, девочки. Вот эта пачка 14 евро стоит. Ну, там 13 с чем-то. Вот такие туфельки, чтобы грызть, да? 2 евро стоит, короче. Ты, короче, заходишь, да, туда. И начинаешь, что еще мы там купили. Еще вот такие шоколадки ему, да, вот чтобы он там тоже кушал. Потом для зубов тоже вот эти, да, вот чтобы чистил зубы. Все-таки девочка же его постоянно обнимает туда-сюда. Хочу, чтобы он чистенький был. А, подожди. Он уже съел. Смотрите, девочки. Зубная щетка тоже вот такая. На. Тоже стоит этот 1 евро, девочки. Вот так смотришь, 1 евро там, 1 евро там, 1 евро там. Ты застегнулась? Давай, застегнись. И вот так, девочки. Хотела вам снять, показать. Не могу, девчонки, музыка. Там у них такие красивые эти. Я понедельник пруду. Мне очень нравится. Я же люблю вот этих птиц, да? Там такие птицы красивые, девчонки. Мне надо уже купить пару канареек, тоже надо купить. Ну, я, девчонки, думала, что они на русском называются соловьи. Оказывается, канарейки называются на русском тоже канарейки. Ой, деревня. Все, теперь еду домой, девочки. Еду домой, понедельник я приду, потому что завтра суббота тоже не смогу с банка деньги вытащить. Суббота, говорю. Ой, девочки, что за голова? Завтра тоже выходной. Суббота. А что хоть не сказал среда? А то у меня бывает. Вот так, девчули. Иду. Сейчас такой круг тоже надо делать. Что вот так. Ну, в принципе, вот так поеду. Еду домой сейчас. А, хорошо вот после праздников, когда столько еды. Вот, мне все пишут там, я зато люблю после этого, после праздников все доедать там, туда-сюда. Я тоже, и знаете почему, девчонки, нам так кажется, что у нас еда вкуснее. Потому что так оно и есть на самом деле. Даже хорошие повара готовят и оставляют на следующий. Сейчас посмотрим, доча, что хочешь дома есть кушать. И это самое. И потому что вот, например... Вот, девочка, вот смотрите, да, я вот вам просто говорю, да, вот. Я не люблю, девчонки, знаете как, это, я хоть, как говорится, бедная, да, но я щедрая. В каком смысле щедрая? Щедрая к себе тоже, да. Вот я, девчонки, не люблю, когда вот все в тютельку. Даже еда, когда в тютельку. Вот некоторые люди говорят, вот в свежем виде. Да, конечно, в свежем виде все хорошо, можно сготовить. Но ты московский салат, столичный салат каждый день не готовишь. Его чуть побольше надо делать. А если к тебе гости приходят, ты хочешь, чтобы человек нормально покушал. Потому что мне одна девушка говорит, ты знаешь, говорит, моя свекровь, говорит, приглашает нас всех, говорит, в гости, да? Ничего, говорит, с собой нельзя взять, говорит. Принести, говорит, почему? Потому что, говорит, ей это не нравится. Она возмущается, говорит. Она, говорит, на нас, говорит, там 16-17 человек, говорит, одну двухлитровую кока-колу, говорит, поставит. Это, говорит, все тютельку, говорит, мы оттуда встаем голодные, говорит, и уходим. Голодные, говорит. Вот этого я тоже не люблю, девочки. Лучше никого не приглашу, чем не смогу дать накормить. Да лучше сделаю я яичницу, да, вот, девчонки, да, вот нету, да, у меня. Вот сделаю я яичницу.
и скажу, вот то, что есть, то есть. Сделаю яичницу и дам. А вот это, как говорится, вот, я лучше там в ресторане закажу. Да, конечно, в ресторане закажу. А если мой ребенок из ресторана, во-первых, не кушает, а во-вторых, я ресторанную еду на следующий день не ем, девочки. Я не ем на следующий день. И все равно, девчонки, разве все равно ты сама сготовила, сама стол накрыла, да и твоя семья это ценит. Вот мой муж это ценит, девочки. Ему это нравится, моя дочка это ценит. Ей это нравится. А ей нравится, когда вот я лично стараюсь как-то это, ну, как праздник, да, вот это, да, вот делать, да. И потом, девчонки, потом 2-3 дня ничего не готовишь, и вот и кушаешь. Кушаешь, девчонки, то, что есть. Потихоньку подогреваешь, то салатик, то это, то то. Понимаете? Так что это все мелочи. Я же тоже думала, что щедрый придет, и тот придет, и этот придет. Не пришел. Бог с ним, девочки. Самое главное здоровье. Пускай живет долго лет, и все у него будет хорошо, и все. Вот и все, девочки. Значит, не посчитал нужным. Ничего страшного, девочки. Я даже грамм обиду не держу, девочки. Грамм обиду не держу. Честное слово. На 31-го тоже приглашу. Тоже приглашу, скажу. Приходи. Бери своего отца. Приходи, и ребенок будет с нами, и все, вместе будем. Започитать нужно? Придет, девочка. Не почитать, не придет. Ну, конечно, это было некрасиво, мне не позвонить, не сказать, я не приду, не считайся со мной. Но это тоже, девчонки, мелочи. Все это мелочи, девочки. Все это мелочи, вот так. Вот сейчас еду домой. Сейчас у меня там баранина есть, подогрею, девочки. Супчик я поставила, заморозила. Он не испортится, он замороженный. Все можно заморозить, девочки, все. Все можно поставить, заморозить, и все. Никто ничего сегодняшний день тоже не выкидывайте. Вот так, моя дочка устала. Сейчас чуть-чуть полежишь, отдохнешь, дочь, дома. Я тоже с тобой отдохну. Эти дни отдыха. Эти дни отдыха. Сейчас мужу тоже позвоню. Ага, 5 дней, говорит, будет Дед Мороз. Где же у них 25 числа, 24-го, 25-го, а мы же все-таки русские, и нам русским проходит 31 декабря. С 31 на 1 декабря Дед Морозик проходит. Вот так. Так что вот такие у нас дела. Моя дочка куколку заказала для меня и для себя. Но там чуть-чуть хитрость есть, понимаете? Почему? Потому что если мне тоже куклу принесет, она же знает, что тетя ей тоже будет давать играть. Так что, да, хитрая, умная моя дочь, умная, умно поступила. А тема ты не будешь? Я потому что не буду играть, и сразу тебе, да? Вот молодец. Она же не может у Деда Мороза 2-3 вещи просить. Это же некрасиво. Вот она решила для себя попросить и для тети попросить. Для себя куклу попросить. А она мне будет давать. Будет давать играться. Да. У тебя это, да? Девочки, вы знаете, да? Вот когда у вас этот, ну, этот ипо, это будет на русском икота. Икота. Когда у тебя икота, берешь стакан воды, говоришь бисмилля и пьешь глоточек. Потом еще раз бисмилля, пьешь глоточек. Вот так 3 раза, да, бисмилля и рахман рахим, надо сказать, и пьешь. И у тебя проходит. У тебя проходит это. Вот у меня всегда вот это помогает. А вообще, если не помогает, надо сделать так, чтобы она или удивилась, или испугалась, и уходит. И, девочки, когда она маленькая была, я как начинала на нее кричать. Ты почему это сделала? Она такая, что сделала, что сделала? Я говорю, это ты сделала. Она, я ничего не сделала. Я потом говорю, а вот видишь, у тебя, говорю, прошло. Она как начинала плакать. Вот ты нехорошая, ты меня напугала. А теперь она мне сразу говорит. Ай, у меня, говорит, этот, мол, напугай меня. Теперь уже не пугается. Уже чего бы ни сказала, уже не пугается. Уже так. Так, девчонки, все, еду домой. Спокойно поеду домой, девчонки, потом мы еще поговорим. Увидимся на стриме, как говорится. Пока, девчонки.